Мария Захарова на традиционном брифинге упрекнула Армению в демонстративных антироссийских шагах, имея в виду встречу секретаря Совбезопасности Армении Григоряна и главы Офиса президента Украины Ермака. Судя по словам Захаровой, Москва не простила Еревану и визит супруги Пашиняна в Киев, и встречу спикера армянского парламента Симоняна с украинским коллегой Стефанчуком в Дублине. «В Ереване должна отдавать себе отчет», — сказала Захарова, прямо обвинив Ереван в демонстративном заигрывании с теми, кто проявляет агрессию против России. Так, может, не случайно вдруг Армения, до этого ратифицировавшая Римский статут, вдруг озаботилась вопросом, как его обойти? И, может, не случайно и армянские так называемые демократы начали бить тревогу и требовать сменить курс западного на российский? Или это Франция решила откреститься от своей любезной сестрицы, и причиной этого является большая, чем к армянам любовь к Урану? А может, в Ереване настолько сильно соскучились по визитам Путина?